Тбилиси состоялся чемпионат по шахматам с участием ветеранов Великой Отечественной войны, приуроченный ко Дню Победы над фашизмом. Двухдневный турнир организовало общество долгожителей Саване при участии мэрии Тбилиси и парламента Грузии. Организаторы планировали провести чемпионат, посвященный 9 мая в рамках всего Кавказа, но, к сожалению, на данном этапе на это не хватило средств. Наша цель была, конечно, провести по Закавказью. Ну, у нас наши финансовые ресурсы, и мы переиграли, сделали городской чемпионат между четырех команд. В первенстве принимала участие команда ветеранов Второй мировой войны. В ее составе был самый старший участник турнира, которому исполнилось 92 года. За первые места боролись также представители Союза российских соотечественников «Отчизна» и общества «Саване», а также группа ветеранов войны в Абхазии. Набрал 7 очков, ни одну не проиграл. Большое спасибо организаторам за такие турниры. Это очень приятно и духовный отдых, можно сказать. Почаще бы такие турниры проводились бы. Команда-победитель, группа ветеранов войны в Абхазии, выиграла кубок турнира. А всем участникам соревнования в Тбилисском дворце шахмат организаторы вручили почетные грамоты и подарки.